где обезьяны. На вскидку туда метров, ну, я не знаю, 100-150 вот в длину. И в каждом из таких окон находится вольер с уникальными обезьянами. Движемся дальше. Там приматы повзрослее. Они по возрастам делятся. Сейчас заходим вот за угол буквально и смотрим в длину. Там тоже примерно метров 100. Если вы думаете, это все, нет. Мы опять поворачиваем за угол, и там еще метров 100. Если вы думаете, что это все, нет. Теперь смотрим дальше. Смотрите, как интересно организовано это все. Смотрите, от вольера примерно вот здесь метра 2 стоят дети маленькие. А всем остальным детям, чтобы было удобнее, видите, подъем. То есть человек, который стоит здесь, человек, который стоит здесь, и который человек стоит здесь, они не мешают друг другу в случае скученности смотреть на приматов. Видите это, да? Вот дьявол в мелочах. Насколько для людей комфортно это все придумано, насколько это удобно. Это браво берлинскому зоопарку. Thank you.